У меня никаких крупных покупок не было, поэтому я попросил скидку на интернет от провайдера, и мне дали скидку 100 рублей. У меня тоже интернет-провайдеру удалось отжать по скидке. Но я отжал, знаешь, на сколько? На 30% получается. Мне скидку дали на год 150 рублей в месяц. Получил скидку в кафе, неожиданно оказалось, у них есть своя программа. Это не деньги, они просто увеличивают размер покупаемого по этой карте, в которой можешь зарегистрироваться. То есть пока я стоял там на кассе, я с телефона зарегистрировался, получил карточку, и любой капучино, любой там эклер и так далее увеличивается до следующего. Но у меня традиционные строительные будни, они все дают скидки, радостно. Кто-то не очень, но дают точно все. Слушай, а расскажи тогда, тем более, если у тебя там, ну, большое строительство, и ты часто спросишь, какие ты отметил, какие-то приемы, которые ты сам пользуешься или поменял там в своем восприятии вот там за последние 2 недели. Вот что тебе как бы больше всего такое, о, вау, надо вот так вот. Мне вот эта торговля, она никогда, ну, даже, наверное, до сих пор никакого удовольствия не приносила. Я ее воспринимал, как на тебя там давят, типа, скидки не дают, а ты пытаешься найти какое-нибудь объяснение этой истории, почему там, почему типа, тебе она нужна. У меня, в принципе, вся эта история, она сильно поменялась эмоционально, как бы, и содержательно, именно с помощью того, что я стал осознанно использовать открытые вопросы, и мне не надо не участвовать в никаком споре, ты, по сути, просто, ну, открытыми вопросами в нужном направлении человека немножечко загоняешь, он приходит сам в угол, как бы, да, и это очень, очень комфортно, забавно. Удалось мне получить в аптеке. Я туда пришла, покупала лекарства и спросила, как можно получить скидку. Они сказали, что есть карта. Я подумала, как-то я раньше-то не додумалась это вообще спросить. То есть они мне дали карту, я сразу ее активировала на месте, и получилась скидка. У меня получилось получить скидку. Я на неделю заказывал в интернет-магазине там системы для ремонта, там по защите от протечек, короче. Вот. И там повезло, потому что у них на форме только, ну, на сайте можно было только оформить сам заказ, а оплаты не было сразу. И там, собственно, перезванивала девушка потом, ну, оплата по факту при доставке была. Вот, собственно, когда перезвонила девушка, просто, ну, вот, не знаю, как по учебнику. А что там работает, а какие плюсы, а вот я другую еще систему смотрел от другого производителя. Вот, типа, а когда доставить сможете, а скидки какие есть, а если две куплю. Короче, в итоге мне дали 10% на две системы скидку. Ну, собственно, мне и надо было две. У меня классика, интернет-провайдер. Они лагали немножко со скоростью последние несколько дней. Я просто позвонил и начал задавать вопросы. Потому что здесь каждый год повышают цену, объясняя это лучшим качеством продукта. Я им так и сказал, в прошлом году вы мне подняли, обещая лучшее качество продукта. Как вы думаете, это лучшее качество продукта, что не было интернета 4 дня? И они долго пытались там что-то рассказать про технику и так далее. Но в итоге получил я два варианта. Либо проапгрейдиться со скоростью за копеечки дополнительные, либо 10% со счета. Я курю электронную сигарету, зашел в такой вейп-шоп, они там продают всякие бутылочки, все остальное. Первый попросил скидку, ну такие, ну да, можно, вот тебе скидочка, там вот тебе карты и так далее. Я подумал, что мне этого мало. Подумал, а есть какие-то еще у вас плюшки, может, вы что-то даете там? И просто бесплатно получил там набор себе жишку еще одну такую.